забил Де Росси. Кстати, этот гол стал очень важным для Де Росси. Он этим забитым мячом, между прочим, догнал почти своего однофамильца. Знаешь кого? Паоло Росси, знаменитого итальянского нападающего, который был легендой, остается легендой итальянского футбола, героем чемпионата мира в Испании. Я думаю, многие помнят тот турнир. Собственно, сейчас Даниэле Де Росси догнал. В хорошей форме находится Инсинье. Великолепная возможность для Лоренцо. Итак, Инсинье. Удар. Но попал в стенку Лоренцо Инсинье. Еще одна подача. И здесь уже Иммобиле забивает. На 71-й минуте, и он его использует. Отправляет поцелуй воздушный и в камеру на трибунах, и на трибуны Чиро Иммобиле. А мы смотрим подачу. Не было офсайда у Иммобиле. И, кстати говоря, да, мне показалось, что Бонуччи мяча все же коснулся. Но нет, мяч от штанги. По чудной траектории мяч летел. Какая-то сумасшедшая закрутка здесь образовалась после подачи с фланга и после удара Иммобиле. Еще раз смотрим. Момент. Пелоти был в офсайде, Иммобиле не был в положении вне игры. И действительно, да, Бонуччи пытался... Немножко охладит пыл албанцев этот гол Даниэле Де Росси. Забил Де Росси. Кстати, этот гол стал очень важным для Де Росси. Он этим забитым мячом, между прочим, догнал почти своего однофамильца. Знаешь кого? Паоло Росси, знаменитого итальянского нападающего, который был легендой, остается легендой итальянского футбола, героем чемпионата мира в Испании. Я думаю, многие помнят тот турнир. Собственно, сейчас Даниэле Де Росси догнал. В хорошей форме находится Инсинье. Великолепная возможность для Лоренцо. Итак, Инсинье. Удар. Но попал в стенку Лоренцо Инсинье. Еще одна подача. И здесь уже Иммобиле забивает. На 71-й минуте, и он его использует. Отправляет поцелуй воздушный и в камеру на трибунах, и на трибуны Чиро Иммобиле. А мы смотрим подачу. Не было офсайда у Иммобиле. И, кстати говоря, да, мне показалось, что Бонуччи мяча все же коснулся. Но нет, мяч от штанги. По чудной траектории мяч летел. Какая-то сумасшедшая закрутка здесь образовалась после подачи с фланга и после удара Иммобиле. Еще раз смотрим. Момент. Пелоти был в офсайде, Иммобиле не был в положении вне игры. И действительно, да, Бонуччи пытался...